Люберецкий техникум имени Гагарина готов встречать студентов. В этом году в учебное заведение поступили 400 юношей и девушек. Накануне 1 сентября наша съемочная группа встретилась с руководством и педагогами техникума и узнала, что они приготовили для своих воспитанников. Новый учебный год в Люберецком техникуме имени Гагарина начнется по всем правилам, предписанным Роспотребнадзором. Сразу при входе в учебное заведение главные атрибуты 2020-го – маски, перчатки и антисептики. Перед тем, как попасть на занятия, каждому педагогу и студенту измерят температуру. Что касается самого учебного процесса, то здесь тоже есть новшества. В техникуме появились переформатированные кабинеты пожарной безопасности. Пожарной безопасности у нас порядка 5 лет. Вот был первый выпуск. Появился лекционный кабинет и кабинет практической работы. Помогла оснастить нам группа компаний «Пожсоюз». Емкое высокотехнологичное оборудование, которое помогает нашим студентам освоить навыки, первичные навыки в этой сложной достаточно профессии. В лаборатории по производству и обслуживанию летательных аппаратов тоже появилось новое оборудование. Оснастить учебный кабинет помогло научно-производственное предприятие «Звезда». Совместно с педагогом техникума глава округа Владимир Ужицкий выполнил лабораторную работу. Нажимайте. Нажимаю? Да. Все? Да. Новые кабинеты, оснащенные лабораторией и коллектив техникума, полностью готовы встречать студентов. 1 сентября здесь будут получать путевку в жизнь более 1200 человек. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.